Я хотел бы представить слушателя нашей летней школы русского языка 2017 года Олафа Питсона. Олаф, расскажите, пожалуйста, почему вы решили приехать в Россию на летнюю школу русского языка? Я решил приехать в Россию, потому что я очень люблю Россию. Я бы сказал, что я обожаю Россию, я обожаю русский язык, русский шрифт, кириллица. И я из Германии, и там в Германии тоже уже изучал русский язык. Мы называемся это школа Народного университета. Это какой типа университет для взрослых, который, ну, предлагает разные курсы, чтобы изучать разные языки. И я там уже изучал русский язык немножко. И для меня было очень важно здесь приехать, чтобы просто с русскими говорят, чтобы разговор проводить, и чтобы просто, ну, здесь практикировать язык и речь. Олаф, а как вам понравилось пребывание здесь у нас в финансовом университете? Мне очень-очень-очень сильно понравилось здесь побывать в финансовом университете. Как для меня, очень хорошая организация, все пошло очень, ну, без компликаций, без проблем. Тут классные возможности спать и просто есть, ну, просто университет... И учиться. Да, и учиться много, да, и университет просто много-много делает для студентов, чтобы было просто удобно для нас. Мы очень рады, что вам понравилось. Скажите, за 3 недели ваши представления о России, о Москве, о русских как-то поменялось, оно изменилось? Изменилось на позитивно. У меня, ну, как думаю, у каждого человека никакие стереотипы были в голове. Ну, теперь я думаю, что чуть-чуть лучше знаю Россию, лучше знаю русских гражданцев, и я просто благодарен за этот опыт. Быть здесь за 3 недели, и, ну, очень рад. У вас появились русские друзья? Да, тоже познакомились с русскими, и могу сказать, что уже есть там несколько русских друзей, и я очень рад об этом. Вы вернетесь в Россию? Это обязательно.